Приветище, это Satisfactory, мы вернулись, мы в пустыне на новой планете, дофига обновлений и куча всего потерянного. Дело в том, что сохранение, которое было ранее, давным-давно в 19 году мы же играли в эту игру, да, сейчас 21 год. Божечки, 2 года прошло уже, капец, какой старый-то, а. Ну, в общем, ничего не сохранилось. Все, что мы имеем под ногами, это песок, мои ботиночки крутые, комбезик. Солнышко палящее, и вон там что-то стоящее. Значит, все придется делать по новой. Вспоминать, что и как. Обучение я пропустил, типа хардкор, все дела. В общем, у нас есть, что, электростолб, нафиг он нам пока не сдался. Нам нужно хаб построить, это я помню из первой части, из обучения. Хабчик, хаб-хабчик. Но здесь, в принципе, ровная поверхность, почему бы здесь и не начать строиться, да? Понятно, что дофига и далеко ресурсы где находятся. Но насрать, хаб у меня будет здесь. Значит, откуда-то что-то летит сверху, я что-то слышу. Где? А, вот он, звездолетище наш. Ну, с чего начнем? Во-первых, мне нужна руда. А чтобы ее найти, нам нужен сканер. Где у меня сканер? Это фигня какая-то не та. Сканер, чтоб тебя, где ты у меня? А, нужно зажать, точно, зажать и выбрать, что нам нужно. Ну, медная руда, железная руда. Давай, медная руда, показывайте нам. Так, значит, все отобразилось, 200 метров, 400, что так далеко-то, капец. А для чего нам руда, что мы собираемся строить с тобой? Какие мы с тобой гениально умные чувачки, которые не знаем, что будем строить. Да. Неважно, что мы будем строить, нам просто нужно добыть какие-то ресурсы. Вот это собираем. Погнали, короче, неподалеку пробежимся тут. Ух ты, а это что такое? Что это за висящие какие-то яйца? А, точно. Опасные мухи. А вот это я могу забрать, да, по-моему? Точно. Мухи отошли от меня, надо достать вот этот инструмент. Ух, меня что-то там калашмарит так знатно. Его... Так, я не понял, почему электрошок? Электрошок в руки. Вот так вот. А ну иди сюда, сейчас тебя за электрошоку. Шоку-ко-ко-ко. Готов? А нет, не готов, а теперь готов. А второй твой братец где? Да сюда, муха, цикатуха. Обвисшая брюха. Вот так. Вот да, вот это я понимаю. Все, зашибись. Чешем дальше. А, надо заново отсканить территорию, потому что я потерял, куда бежал. Вот, 140. Во, вижу, вон, недалеко. Блин, надо было где-то здесь строить этот штаб наш. Все, наконец-то дошел до руды, сейчас мы тут воткнем свой бур, который будет копать нам ресурсики. Вот так вот. Давай, тоже следующий. И тебе тоже кранты. Раскидал этих цикатух, как нефиг делать. Забираем эту штуку. Сюда втыкаем бурюху. Буровая установочка. Чё говоришь? Почему нельзя поставить? Не понял. Другой объект мешает построить. А, точно. Нам же сперва нужно сломать вот этот объект. Так, медная руда. Богатая залежи руды. Всё, была медная руда и нет медной руды. Ставим сюда, значит, вот эту штуку. Надо ее развернуть только вот так вот. К нашему мулу. Штабу. Вон туда, чтобы все это шло. Готовенько. Теперь мне нужно все это дело собирать в контейнер, правильно же? Правильно. Складской контейнер. Благо, у меня материалы сейчас в достатке. Теперь нам нужен конвейер. Ой, как кривенько-то все встало. Ну да ладно. Конвейер сюда. А теперь нужно электричество. А где нам его достать? Нужно какую-нибудь фигню сжигать. А чтобы сжигать, нам нужно построить вот такую вот фигню. Сжигатель биоматериала. Пускай будет тут. Годненько. Теперь это все надо подсоединить друг с другом. Вот это цепляем сюда. Электричество есть. И нужно закинуть туда биоматериалы. Я как раз набрал там кое-чего. Вот, например, вот эти вот штучки или вот эти вот. Вот эти вот сюда не катит. А это? Вот это катит. Инопланетный панцирь. Ну ладно. Насколько хватит тебя, интересно? Пойдем-ка по-быстренькому добудем веточки там. Что там обычно? Листочечки. Вот эти уже. Вот этих вот давай жбахнем. А оно идет сюда. Почему я не слышу взрывов? Я не понял. Какого леса? О, вы что такие борзы-то, а? Бандюганы. Сейчас я вам тут подложу мину. О, с кулака я вдарил. Жалко, она, конечно, не упала и не разбилась. Все. Оу, чат. О май гарбл, их было слишком много. Но я сражался до победного. Давай, перерождаемся.
Издалека уже теперь виднеется моя горнодобывающая промышленность. Вон что-то... А, она уже встала, все, материалов не хватает. У меня в руках где-то... А, я все просрал же. Мои вещички вон там у мух. Мухи отжали все мои трусы. Трусы и электрошок. Ох, что ж... Так, убегаем, уворачиваемся, все это забираем. Все забираем. Электрошок в руки надо всадить. Подождите, мухи. Чертовы мухи. Уворачиваемся. По красоте все делаем. Опа, опа. Есть, одна готова. И вторая тоже готова, по-моему, да? Раскидал. Господи, попал в этот мир и теперь сражаюсь с какими-то бешеными мухами. Штупанные носки. Мне Рэмбо не хватает с его пулеметом. Так, все, пойдем. Собирать, значит... А, я же, кстати, могу пахать вот эти штуки, по-моему, да? Да, давай съедим. Как мне это сделать? В руки возьмем и съедим. Отлично. Вот это подбираем, значит, собираем листву. Это биоматериал, который мы сейчас переработаем. Блин, как тут красиво-то, а? Симпатишенько, я бы тут хотел жить, хотя я тут уже живу и произвожу. Так, ветки, в хламье, все нафиг собрать. Инвентарь у меня там уже забит, нет, еще пока норм. А, точно, это же все, весь биоматериал можно переработать в какое-то сено, и это сено будет дольше гореть, вроде бы как. Если мне не изменяет память. Ладно, все, закидываем это вот сюда. Насколько этого хватит? Где мне график-то увидеть? 120 листьев, это одна минута. Что-то как-то маловато будет, да? Что у нас тут? Ну, да, добывается медная руда, все отлично. Так, медная руда у нас добывается, железная руда нужна. Железочка, ты где? Железная руда у нас есть вот тут поблизости. О, отлично, шикарно, все рядышком. Это собираем, вот так вот. Это добываем. Какие-то звуки подозрительные. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что мы нафиг отсюда уберем наш штаб и перенесем его поближе к нашим буровым установкам. Вот так вот. Чё мается? Оу-оу-оу-оу-оу. Погоди, чё уже? Ночь? Вечереет, что ли? Твою ж налево. Мне мамка только говорила до 11 гулять, а уже вечереет. А сколько времени по местному-то скажет мне кто-нибудь, а? Ну ладно. Сейчас штаб-квартиру тут разместим где-нибудь. Все, чудесно. Сейчас еще дрончик прилетит. А, он уже тут стоит. Ну и шикарно. Так, медная проволока. Что мне нужно для нее? Как мне ее сморганить? Медная проволока. Вот, для нее нужен медный слиток. Медный слиток у нас делается из меди, которую я уже поднадобыл немножечко. Все, слитков в достатке. Еще медная проволока. И усо. Кстати, а че я туплю? У нас же и здесь тоже же есть перерабатывальщик. Это точно. Значит, мы берем и электролинию тащим отсюда. Вот так вот. Сюда. И вон ту перерабатывалку можно... Да пускай она там будет. Че, мне жалко, что ли? Хотя да, мне жалко. Надо ее убрать нафиг. Разбираем, ты мне больше не нужна. Все, подключил к своему хабу. Все отлично. Но туда я закидывать биоматериал не буду. Я, скорее всего, его переработаю в сено, про которое я тебе говорил. Я же могу это сделать. Во, биомасса листов. Биомасса древесина. Отлично. Вот это все в биомассу перерабатываем. И оно должно дольше гореть. Четко. У нас дофига теперь биомассы. Сейчас мы это затолкаем все сюда. И пускай это горит. Гори, гори, ясно. Насколько нам этого хватит? На 6 минут. Отлично. 6 минут это тебе не одна минутка. И сюда тоже закидываем. Все бочком. Все работает, да? Так, у нас там все производится, все крутится. А ты кто такой? Привет. Куда улетел? Наш следующий план. Что делаем? А, ну так нам нужно еще добыть известняк. Где известняк есть рядышком? Известнячок. Известняк 200 метров, 226, 317. А еще поближе-то нет ничего. 317, 200 метров, вон туда. Эх, погоди. Давай я сейчас, короче, выложу что-нибудь сюда. О, насчет грибов, кстати. Грибы же восстанавливают сколько? 2 сегмента. У меня как раз 2 сегмента не хватает, отлично. А ты зачем ты еще один гриб съел, наркоманище? Ладно, не беда. Ну и пока все, остальное все мне понадобится. Переходим к дальнейшему плану развития моей промышленности. На кой черт нам мастерская? Давай построим, посмотрим, что там у нас. Ну-ка, какая она здоровая. О, ксеношокеры... Переносной бур, вот это нам нужно. Это нужно. Ну все, больше мы ничего делать-то в принципе не можем. Надо переходить на следующий уровень. Может быть, в логистику сразу уехать. Хотя нет, давай все по порядку делать. Значит, нам нужен щавельный баршец. Бетон. Известняк нужен.
В любом случае известняк. Потом вот такие же железные листы, жиденькие. Ух, известнячок! Погнали его добывать. А что это что такое? Что это за фигня такая? Можно собрать? О, давай соберем. Сфера Мерсера. Круто, у меня есть сфера Мерсера. Вот он наш известнячок. Через речку, через поле я дошел до этого рудника, известняка. Далековато, далековато, конечно, от моей базы, но что поделать. Добываем, значит, это все дело. Короче, есть предложение. Нужно ставить плавильни. Нафиг, плавильни. И чтобы нам все вот это вот сразу же перерабатывалось в нужный материал. Так, что там по плавильням? Сжигатель, конструктор. Да что такое? Собственный фисисик. Какая-то фигня наносит. Это что за херота? Ты кто такой? А ну иди сюда, я тебе сейчас... Офигевшая тварина-то какая, а? Так, спокуха. Это что за бугермен тут бегает? Сейчас я тебя наваляю по твоим долбанным ножищам. Воткнулся? Закопался? И заснул, нафиг, чтоб я тебя тут больше не видел. Это что за фигня? Это мясо его, чтобы поднять? О, еще сзади кто-то. О, а ну иди сюда. Главное, смотри, из-под тишка ударяет и убегает, засранец. Где ты? Я тебя шмальну. Опа. Инопланетные органы. А, это органы. Понятно. Будете знать, как на меня нападать. Офигевшие твари вообще. Так, значит, я хотел сделать плавильню. Плавильня, вот. Плавильня, значит, у нас будет расположена вот здесь вот. Вот отличное местечко. Что она будет нам плавить? Железные слитки, медные слитки. Ага. Значит, отсюда ты забираешь. И делаешь мне медные слиточки. Нет питания. Сейчас будет у тебя питание. Все. Электричество будет тебе. Втыкаем. И запихиваем сюда еще материалы. Там, биопереработку. Вот это вот, например, да? Так. Пошла жара. Все. А подожди, а куда он будет складировать-то все это дело? Черт, нужен еще один склад. У меня же еще пока нет разветвителей. Поэтому делаем еще один склад. И отсюда... Сюда. Пошли, мои медненькие слиточки, пошли. Ну вот и славно. По добыче железа я реализовал такую же схему, как и с медью. Поэтому осталось только заправить нам биоперерабатывальщик. Только чем? Чем? Вот древесина у меня есть, пожалуйста. Но древесины мало, понятное дело. Пойдем сейчас вот это все соберем, переработаем в биоматериал и затолкаем. Как раз закончилась древесина. Пихаем сюда вот этот вот биомусор. Все, отлично. Все пошло. А, здесь же еще контейнер нужен. А, по-моему, на контейнер у меня не хватает. А, нет, хватает. Все отлично. Все пучком. Ставим его сюда. К нему конвейер. И все четко. Отлично. Пошли железные слиточки. Пошли. Ну все, у нас все налаживается. Жизнь прекрасная. Осталось только с известняком что-нибудь придумать. Я хотел оттуда притащить конвейерную линию куда-то сюда. И подтащить еще... тому буру электролинию отсюда, чтобы, ну, например, от хаба, чтобы здесь заправлять, и там все работало, и не бегать туда вообще больше никогда. Короче, чтобы реализовать мою схему с известняком, чтобы я туда не бегал, и конвейер все тащил сюда, мне нужно сделать конструктор. Потому что вручную колотить металлические листы и медную проволоку я просто запарюсь. Это очень долго. Это сейчас все переработаю. Вот так же долбить, как вот я сейчас биомассу эту делаю. Это капец за геморно какое. Короче, нужно сделать что? Конструктор поставим сейчас. Вот, надеюсь, хватит у меня на него. Да, хватает конструктор. Мы его втыкаем вот здесь. И, блин, на него тоже же нужно электричество. Сейчас я посмотрю, он делает то, что я хочу. Да, он делает то, что я хочу. Он все может производить все. Еще один заводик, значит, ставим с другой стороны. Итак, значит, все, мы его запустили, питание подали. Что нам будет он производить? Железные пластины, конечно же. Мне нужны железные пластины сейчас в большом количестве. Так, и это все будет у нас выходить в наш органайзер. Вот сюда. Подожди, блин. Не хватает прутьев для нашего органайзера. Сейчас мы их сделаем. Все, теперь все хватает, разворачиваем. Ставим сюда, и теперь конвейер. Идеально. Все, идеально. Наш теперь конструктор подает листы металла сюда.
Почему я делал именно такую цепочку? Потому что потом я разветвители поставлю, и у меня будет откуда угодно с любого хранилища забираться нужные материалы, поставляться в другой конструктор. Ну, короче, это цепочка рабочая, схема. Короче, это на будущее, вот. Бугай, отошел я тут ненадолго, он тут уже что-то мне на заводе химичит. Я вроде рабочих не нанимал. Все, отлично, здесь у нас медь, и медь у нас будет переделываться в проволоку. Вот так вот. Теперь это все надо зарядить. Сюда мы биоматериал сейчас вкинем, и все. Четко. Можно потом тарабанить за известняком вон туда вот. Надо известняк собрать, он мне прям капец как нужен. Здесь все ок. Медная проволочка моя. Я медный магнат, ё-моё. Все отлично делается. Пойдем посмотрим, что у меня там по пластинам. Пластины едут, количество 53. Заберем. Давай заберем. И направляемся теперь к известняковому руднику. Наше предприятие здесь стоит и ничего не делает, потому что электричество у нас все. Ну что ж, ладно. Раз у нас тут все, забираем весь известняк, который он добыл. Вот это вот все мы сейчас с тобой разберем. Оно тут не нужно. Так, наш хаб находится вон там. Вон туда нам надо тащить конвейер. Значит, конвейер мы тоже разбираем. Угу. Электрическую вот эту фигню... Ну ладно, пусть она пока тут постоит. А мы пока конвейер попробуем протащить. Так, так, так. Здесь нам нужно поставить вот такую вот штуку. В высоту. Разворачиваем ее. Готово. То, что нужно. Ну, теперь давай попробуем конвейер туда затащить. Так, так, так. О, есть, есть, цепляется. Отлично. Как надо. Материал закончился. Конвейер у нас получился уже достаточно длинный. Но нужны еще металлические листы. Благо, они у нас делаются сами по себе. Забираем. И конвейер. А, вон он, конвейер. Я его уже почти сюда дотянул. Сейчас я его дотяну прямо окончательно сюда и поставлю здесь контейнер. А, лучше, наверное, сразу контейнер поставить, да, складской. Вот так, сейчас я его разверну. Все, склад у нас теперь тут имеется. Осталось теперь только доделать этот конвейер. Тащим его, тащим чуть-чуть совсем. Вот совсем мальца нам тут осталось. Так, тут все. Вот так вот, и еще чуть-чуть буквально вот сюда вот наверх, и да! Все, конвейер у нас длиннючий теперь есть, длиннючий. Нам теперь нужно сжигатель биомассы, который мы подключим к нашему тому буру. Единственное, туда нужно провести электролинию. Первый столбик у нас готов, теперь от него идем дальше. Столбы у нас будут вдоль нашей конвейерной линии. Есть. Готово. Все, столбы подведены. Теперь это все надо подключить. Но что-то не подключается. Невозможно подключить больше линий электросети. Ну, конечно же, у нас тут еще подключен биоперерабатывальщик. Его отрубаем. А эту подключаем. Ну, все. Теперь спешим скорее туда, по конвейерной нашей линии. Хочу пробежаться по ней. А мы вот так вот обхитрим систему. Хопа. И бежим по конвейеру. Он, кстати, едет, смотри, по чуть-чуть. А, все, здоровяк, тут дорога перегорождена, ты тут не пройдешь. А ему пофиг. Че ты встал на мой конвейер? Эу. Бугай, блин. Ладно, все. Сейчас биомассу закатываю сюда. И все должно работать, по идее, по логике вещей. Вот так вот. Электричество подалось. Конвейер как ехал, так и едет медленно. Значит, конструктор наш переоборудуем на то, чтобы он делал бетон. Здесь тогда ставим еще один контейнер. Он у нас будет стоять вот таким вот образом. Подводим к нему конвейер. И все. И счастье у нас полные штаны. Пойдем, короче, сбегаем, посмотрим, что у нас там с известняком. А вот они наши камушки. Все добывается, все едет. Отлично. Шикарно просто. Надо... тут все листики убрать, веточки эти, чтобы ничего не мешало конвейеру. И чтобы эти здоровяки тут не ходили по конвейеру моему. Ну все, тогда получается, все три ресурса, которые мне сейчас доступны, они добываются
прямо ко мне в хаб, если так можно выразиться. Питание управляется у меня тоже от хаба. Все вблизи, все рядышком. И это очень ускорит процесс моего дальнейшего развития. Ну что могу сказать, мы с тобой огромную работу проделали. 3 буровых машины. И все они добывают материал прямо к нам в хаб. Ну, практически. А то, что я возобновил прохождение Satisfactory из списка старых игр, я думаю, заслужил лайк. Поэтому не забудь поставить лайк этому видео, подписаться, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.